Здорово, ребят! Короче, срочно включение, короче. Зашел, так сказать, в стендов, а тут уже вышло обновление в честь 4-летия стендов 2. Завезли нам батл пас, пацаны, все хотели, все ждали, вот он батл пасик. Но, как я заметил, еще знаете что, смотрите. На рынке добавили новую коллекцию, на рынке добавили 4 Years и Travels Bug, какие-то две коллекции добавили. Сейчас мы с вами, пацаны, будем покупать Battle Pass'ик, тут добавили брелок, классный достижение. Короче, сейчас мы купим Battle Pass'ик и купим все уровни, наверное, если у нас денег хватит. 5 секунд. Короче, ребят, купил я батл пасик новый. Он стоит, кстати говоря, всего лишь 216 рублей. 216 рублей, очень дешево, кстати. Тут добавили вот такие вот два достижения, как я понимаю. Бокс нам нахер не нужен. Вот такой скин в честь 4-летия, кстати, довольно прикольный. Добавили кейсик, ну, как обычно. И вот такие вот стикеры. В стиле какой-то... О, провинция. Ну, типа, тут карты, поняли? Типа, стикеры с картами, пацаны. Кирпич какой-то, виноград, зон 9. Что еще? Вот это еще одно достижение. Опять стикеры. Достижение уже переливается в другом цвете. Опять стикеры. Достижение. Блин, АКР-12. Ну, АКР-12 мне не нравится. М-16. Ну, мне не нравится. Вот МП5. МП5 прикольный. Юмп не очень. Короче, давайте купим все уровни. Сколько будет стоить все уровни? Все уровни это сколько у нас? 21 уровень. О, все уровни у нас стоят где-то 1000 с чем-то рублей. Сейчас, давайте я закину денег, чтобы купить все уровни. Так, ребят, купили мы 20 левелов. 20 левелов куплено. И, кстати говоря, ну, этот батл пасс, он очень дешевый, и мне скины тут очень не нравятся вообще. Все, купили мы 20 левелов. О, купили всякой фигни, сейчас будем открывать, смотреть. И еще, ребят, добавили какой-то режим эскалация. Сейчас мы тоже пойдем поиграем в этот режим, посмотрим, что там добавили. Но я как понял, это типа какого-то закладки бомбы 3 на 3. Ну, где ты там сам выбираешь себе руку, типа дезматча какого-то. И у нас, пацаны, есть Scorpion кейс, Fable кейсы, боксы бомжатские. И вот такие вот М16, вот такой вот М16 у нас. Вот такой у нас АКР 4 Years, тоже применим. Еще что там было? О, П350. Кстати, можно начать с П350 играть, а то что-то он вроде какой-то и прикольный. Так, это у нас стикеры, да? Это у нас стикеры. О, давайте посмотрим, как он смотрится. Давайте, например, где П350? Так, давайте на дигл для тупоголовых. Не, ну смотрится он вообще не очень. Не, ну вообще ни о чем. О! На выпал стикер Rust и зон 9. Они дорогие? Нет, они нет. Это бомжатские. Медаль. Сюда. Медаль применяем сразу. Медаль, зон 9 вот такие. Стикеры. О, это что, самолет? Это что, Аладдина стикер, что ли? Так, что тут еще? И все? Ну что, осталось кейсы тогда. Давайте боксы открываем. Ну, тут ничего не выпадет, конечно же. О, АКР Декробайзер полетел. Нихера. Давай, дай что? Дай АКР Драгон, пожалуйста. Угу, спасибо, в следующий раз. Давай, Фамосфери. Ну, а вам скажи. Не, может, кейсов что-то... Прикиньте, сейчас кейс одушь, если выпадет. Не, ну, обнова, по поводу обновы, что я могу сказать? Обнова, ну, знаете, вот на 4-летие стендоффа не ждешь. Я, кстати, никогда не покупал Battle Pass, это единственный, который я купил. Опять же, повторюсь, если я этого не говорил. И я единственный Battle Pass, который купил. И как бы в нем ничего особенного такого нету. Честно, вот, ну, типа, купить для коллекционеров разве что. Так, Scorpion Case, тут может даже не бустить ничего. Типа, купить так чисто, ну, что там, 200 рублей стоит. Но, о, АКР Нано Сатрек, найс. Fable Case. Давай, бабочку Starfall дай нам. Или бабочку Legacy. Ну, типа, единственный Battle Pass, который я купил, прокачал сразу. Типа, мне лень там, как бы, там, выполнять задания и так далее. Стикер. А где брелок? Во, вот. Зачем меня осматривать? Мне прикрепить надо. Я хочу на АКР приклеить. Оп, вот сюда. Кстати, если был бы калаш еще на 4-летие, вообще было бы классно. Ну что, последний гейсик, погнали и пойдем уже, как бы, играть в новый режим, посмотрим, что там. Ну, понятно. С кейсов ничего не падает. Ну, потратили мы сколько? 1800 рублей на все ла. Получили какие-то скинчики на день рождения. Ну, и чё? Погнали в новый режим, ребят, сейчас. Так, мы запускаемся на карту провинцию. О, найс, смотрите, пацаны, вы видите вот это вот? Какие-то баннеры добавили. Баннеры, какие-то вывески 4 years. Типа на 4-летие. Сейчас загрузимся, посмотрим. Так, мы представим за террористов. О! Выберите снаряжение...
Подождите. Блин. Дигл, у тебя больные дигл. Мне это что-то напоминает. Это типа, как оно... ты куда побежал, придурок? Да, что надо ли меня режет? Короче, мне это, знаете, напоминает что? Типа, какой-то режим был в какой-то игре, где также можно было выбирать. Правда, я не вспомню сейчас какой. Оп, FF-фальчик забираем. Не, ну прикольно. А что тут делать надо вообще? Оп, у меня достяга. Смотрите, какая классная, кстати. 4 раза прикольно смотрится. Оп, меня в чате узнали. Так, глок выбираем. Так, дальше что? Красная линия какая-то. И что мы должны делать? А, мы типа обороняем бомбу? А, ничего. Они должны ее раздефьюзить, да? Ладно, погнали. Показываю, пацаны, как надо оборонять бомбу А. Куда бежишь с ножом, друг? Юспика, дай мне. Вам тапы показываю, парни, смотрите. Баребухи, смотрите. Бомбу дефьюзят, придур. А им .exe включен. Куда бежишь? Оп, на последний патрон. Не. Короче, смотрите, добавили новый режим. Но только я не знаю, до скольки он... Блин, о, я по 350 новый взял. Теперь мы план Б обороняем, нихера. Короче, новый режим. Туда пройти нельзя, можно. Новый режим. Типа, мы должны оборонять бомбу, а спецназовцы ее... Типа, должны зайти на плент и раздефьюзить бомбу, которая стоит. Оп, два вантапчика сюда. Ты что тут стоишь? Ты в курсе, эти стекла простреливаются, друг? Ты в курсе. Оп, на! Тупо три хачотика, пацаны. Нет, слушайте, это прикольная задумка. А это в рейтинг... Тут есть ли рейтинг? Типа, если бы сделали по типу напарника... Так, а что бы взять? MP5, тут еще хаешку дают. Нихера. Это типа... У кого больше, кто жестче всех играет, тому и дают, типа, или что? Тому лучше дроп? Или чем больше раундов, тем больше дроп? Ну, пока мне опять... Алло, я пройти хочу. О, спасибо. Стой! Не повезло, не повезло, минус 64. Ну, у меня бомжатский MP7, почему? Почему мы выиграем 2 раунда подряд и мне дают MP... у меня тиммейты ливнули, я один остался вообще. Найс. Сделайте, напарники, 2 на 2. О, вон там вывески, смотрите, я так и не посмотрел. О, АКР. Со смоком, со флешкой, конечно. Смотрите, смотрите, вывески добавили. Стендоу 2, 4 Эльс, я не знаю, в обычном режиме есть? Смотрите, оп, флешечка. Скажи Саше, Саша Ракул топ. На, брат, я надеюсь, ты это видео смотришь. Адасмида! Блин, у меня с калаша проблема что-то со стрельбой, что-то. Это вообще отмена у меня по стрельбе сегодня. Оп, найс. Все, затащили раунд. Че, давайте. О, выбор. АВМ, АКР-12. О, давайте АКР-12 возьмем, посмотреть вообще. Ну и что тут? Буква, типа, буква. Буква, проверяй. Цифра 4. Ну, 4 ЕРС написано вот там вот под дулом. Че, прицел не поменяли? Нет. Ты куда пришел, придурок? Я оружие рассматриваю. Ты тоже куда идешь? Алло, дайте оружие рассмотреть. Обнову дайте посмотреть, пожалуйста, парни. Че? Куда бежим, молодой человек? Бомба сейчас взорвется. Оп, на префайре. Минус 3 тупо. Блин, а жалко, нельзя заставить. Но, кстати, можно чужой дроп, если тебе не нравится твой дроп. О, погнали, АВМ. Я Саша Скилл, ребята. Здорово всем. Саша Тинегин. Здравствуйте. Все, показываю невероятную игру. Сами себя ослепляйте, больше никогда не кидайте такие флешки. Забейте. С такими флешками, пацаны. Откуда у меня тиммейтов М4? Блин, а где спецназовцы спавнятся? Откуда они бегут? О, игра залагала. 60 FPS. 60 FPS. А, они оттуда идут. Оп, на хэдшотик. У меня игра лагает! Давай. Оп, сюда! Тупо дали трельсу тащит. А тут до 8 раундов, да? Как в командном бою, типа как в закладке бомбы. Ну, как мы поняли, с АВП не поиграешь. Я хочу этот запушить, танцпол. О, найс, бомба стоит. Тупо под танцпол. Так, ну-ка. Да, они через танцпол идут. На, хэдшот, куда лезем? Они им типа то... Откуда у него калаш? Да почему только калаши? Так что нормальное оружие. Ну, я думаю, наши два типа затащат его даже. Прикиньте, за победу АВМ Treasure Hunter дают в новом режиме. Оп, победа сюда, изи. Легко, легко, легко. Кстати, обнова на Android 200 мегабайт всего лишь весит. 10 коинов за хорошую игру.
5 коинов за удачу. Ну, короче, это типа закладки бомбы, но такой, знаете, типа как дезматча. Ну да, ну короче, новый режим такой себе, ничего интересного не падает, ты просто тратишь 8 раундов, и то хер пойми, где враги спавнятся. Ну, прикольно. Battle Pass не удивил, честно, Battle Pass не удивил, но брелки вроде как прикольные. В общем-то, ребят, такой ролик получился, и можно сделать розыгрыш 3 Battle Pass'ов новых. Если хотите, давайте я сделаю розыгрыш 3 Battle Pass'ов, пишите в комментариях ваш ID. И как будет 10 тысяч лайков, будут итоги розыгрыша в ролике. Вот как прям 10 тысяч лайков будет, я в ролике скажу, потому что вот на этом ролике набрали 10 тысяч лайков. И сделаю среди комментариев этих розыгрыш. Пишите ваш ID, либо ссылку в ВК, я с вами свяжусь, как 10 тысяч лайков будет, сделаю розыгрыш. Всех люблю, такой ролик получился с обновлениями, первый раз такой записываю, всем огромное за просмотр. И всем пока, ребят!